В США начали расследование по факту аварии эсминца. Американские ВМС занялись расследованием второго за последние два месяца столкновения эсминца с гражданским кораблем. ВМС США начали широкое расследование обстоятельств столкновения американского эсминца с гражданским судном, сообщает ЭП. Также будет проведена масштабная проверка боевой готовности и производительности 7-го Тихоокеанского флота. Это второй подобный инцидент за очень короткий промежуток времени, заявил журналистам адмирал Джон Ричардсон и добавил, что это вызывает беспокойство. Напомним, в июне у берегов Японии американский эсминец Фицджеральд столкнулся с торговым судном. В результате инцидента погибли 7 моряков. На данный момент корабли и самолеты США, Индонезии, Сингапура и Малайзии ищут 10 пропавших моряков эсминца Джон С. Маккейн. Ранее сообщалось, что в результате столкновения ракетного эсминца Джон С. Маккейн и торгового судна Элник МС в Тихом океане, американский корабль получил повреждение кормы. По материалам сайта newsgra.com.